Слава Богу! Сегодня в этой стране отмечают День Матери. Я бы хотела спеть псалом о молитве матери. И хоть я сама уже давно, много раз мама, но я до сих пор еще очень нуждаюсь в родительской молитве. Потому что молитва матери, жены, она несет родным успокоение. И как счастливы те люди, которые имеют молитвенные души, которые несут вас на руках молитвы. Как часто слезы на щеках Творец с любовью вытирает и изгоняет из сердца страх, небесной силой наполняет. Мамы, вспомним, сколько раз, когда нам было очень трудно, больно, сам Христос прикасался к нам и вытирал наши слезы и давал нам веру, силу и надежду. Слава Ему! Слава Богу!